Итак, всем привет, с вами Миша, и сегодня мы начнем играть в игру под названием Swordman. Итак, мы, пожалуй, начнем с кампании. Я, в принципе, тут ничего не делал без вас особого. Просто надо было просто подключить Google Play игры и все. Так, зона первая, уровень первый. Начнем. Так. Первое это меч, второй первый, понятно. Перезряд. Так, грибы трогать нельзя. Что у нас такие монетки? Ну-ка, ящики ломать надо? Их ломать можно. Ну, пока, в принципе, все просто. Так, меня не проведешь. Да. Не проведешь. Залезть я что-то не могу. Так, куда это нас ведет? Давайте бумеранг заапгрейдим. А тут нужны какие-то вещи еще. Понятно. Так. Ладно. Получить деньги. Так. Ну, давайте попробуем еще раз пойти. Интересно, что не так тут. Может, я что-то не так делаю? Ну вот там выход. Но у меня почему-то там все иначе работает. Странно как-то. А, надо было вот сюда заходить. Он туда зашел, похоже. Вот дурак. Ну вот настоящий уровень. Так. Умирайте, пожалуйста. Ого, бумеранг какое-то клевое оружие. О, меня ударили. Какой-то болевун. И болевун не плюйся. Так, типа. А, предлагают посмотреть рекламу. Извини, не хочу. Ой. О, секретная зона. Похоже. У нас очередной секрет, я так понимаю. Да, противники тут не слабые. В принципе, они легкие, но от неожиданности их можно ждать все что угодно. Так. Вот кукашка какую-то. Так, как мы вам... А, на них я даже вставать не могу. Нифига себе техника. Ого. Ого, что открыл, смотри-ка. Секретная зона тут. Прикольно. Не зря я все-таки сюда спустился-то. Вот зону нашел какую-то.
Так, надо кликнуть, чтобы туда сюда зайти. Ого, сколько лута выпало. Надо собрать его быстрее. Так, выходим. Тут какая-то у нас была секретная зона. Но по идее мы уже настоящий уровень прошли. Да? Да. Уровень зачищен. Так, рекламу смотреть не хочу. Конечно. А мне ее все равно заставили посмотреть. Так, мы продолжаем, реклама закончилась. Так. Ну-ка, смогу сейчас заапгрейдить свое оружие? Есть хотя бы. Так, какого-то зернышка не хватает. А сюда вообще. Пока что не могу, ну ладно. Так, куда это? Второй уровень. Поехали защищать. Защищать. Так, проверяем ящички на всякий случай. И, так, у меня тут воскресенье 20 кп, ну понятно. Я вот эту игру играл еще, только когда она была в демо-версии, я в нее играл. А раньше... Ну как раньше? Ну раньше я и не мог играть, в принципе. Она только и была в демоверсии. Фух, убили. Так, пошли сюда. Вы уж извините, что не было так долго видео. Все-таки школа была. Времени не очень много было позаписывать. Ну, как у вырезка Ришаркера, тоже не сильно такие много. А, это монстр какой-то. Он мне скинул. Ну, круто. Так, пожалуй, я этим воспользуюсь, чтобы залезть сюда. Ну, слушаю, сюда залезть. Так, какой-то клык взяли. О, курица, я знаю тебя. Ты очень бешеная. С ней лучше поаккуратнее связываться. Ну давай, попадай. Так, ну что-то только не слабо. Давай, ладно? Давай побыстрее. Может путь пропадает. Так. Деревянный сундук? Не, не хочу. Извини. Там... Стоп, погодите-ка. Там какое-то зернышко. Оно мне нужно, по-моему. Ну ничего, сейчас себе заберем. Стараюсь, по крайней мере. Так, забрали. Ну ты набесишь немного. Ну хпшки сливаешь. О, спора какая-то. Сейчас зайдем. Там было написано хип-ап, что ли? Так, давайте зайдем сюда. Так, а что меня ударило? Ага, ты! Ты маленький засранец. Понятно. Так.
Уровень короткий, как я вижу. Так, ладно. Выходим из этого уровня. Продолжить. На апгрейд идем. И мы прокачали свой меч до второго уровня. Круто. Так. Что нужно для этого? А, тут какие-то яйца нужны. Так, ладно, пошли на следующий уровень. Я так понимаю, дальше нас ждет босс. Так. Вот. Прикольная игрушка. Тут, по-моему, раньше в демоверсии даже звуков не было. А сейчас вот что есть. Ну хорошо, что вышел вскоре полная версия. Так, ладно. И сюда. Так, мы продолжаем. Была небольшая критическая пауза. Ну, да. Продолжать можно. Как говорится, жить можно. Вот, секретная зона. И, скорее всего, это секретная, потому что... Она не должна быть на видном месте. Куда ты нас ведёшь? Так, ты нас ведёшь сюда. О, куры. Вас легко убить. О, за текстуру каким-то образом залезли. Да. И все там осталось. Чё, потому что они упали за текстурку. Так, пошли дальше. Ну, пойдем, конечно, если мы прыгаем. Так, а тут у нас. А мы отсюда пришли. Ну блин, отпустите меня. Пусти меня, игра. Блин. Что, перепроходить уровень придется? Ладно, остановлю пока что. Дойду до этого. Так, мы продолжаем, дошел до этого места. Тут не очень хорошо, так что тут можно застревать. В всяких местах вот таких. А то, что тут еще можно переигрывать уровень. Это самое главное. Так. Поднимаемся. Надо быть поаккуратнее. Попить без прямо какую-нибудь текстурку. И все. Тут главное, чтобы это похитить себе. Иначе обидно будет все время переигрывать. Еще за того. О, какой-то. Какой-то снежный король. Мало себя для побить.
Очень мало. Так. Надеюсь, его смогут убить. Что-то он очень жирный. Пожалуйста, умри. Блин, последние два удара. Давайте, подведите меня. Последний удар был. Так. Фух, убили. Все, выходим. Так. Апгрейд. О. Чего-то не хватает тут. Так. Ты не сюда зашел. Надо 20 яйца. Ну что ж, я на этом буду заканчивать нашу серию. Напоминаю, что сегодня у меня 8:30 будет прямая трансляция. Всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всем пока.